Хейо! Здорово, бандиты, с вами как всегда Левки. Новый костюм X, поэтому пальчик вверх, комментарий и, конечно же, подписочка на канал. Не задерживаю, я думаю, все ждут, все хотят узнать, что же там такое. Давай сначала выберем победителя из недавно отправивших мне популярность. Это Йолан, да? Отправляем Йолану курочку в ответ, ну и, собственно, скидываем РПшку. Напоминаю, для участия в данном конкурсе, в данном розыгрыше UC-шек достаточно всего лишь поставить пальчик вверх под этим роликом, конечно же, подписаться на канал, ну и, собственно, отправить мне бесплатную курочку в игре, ID-шка моя будет в описании. Погнали смотреть, что за костюм такой добавили. Мы олень, получается. Странно как. Получается, если ты купил костюм, то ты олень. Окей. Забулили. Ну что, давай сразу же посмотрим на этот костюмчик. Я его не особо ждал, не особо хотел прокачивать, потому что думал, ну блин, что-то добавят. Окей. Это будет интересно? Вряд ли. Уже есть Ворон, уже есть Посейдон, Фараончик тоже как бы самый первый вышел, да? Плюс Ледник. И из всех этих костюмов, ну, мы практически ни в чем с тобой не играем. Ну вот, не впечатлил меня он абсолютно, если честно. Ну, по сравнению с Фул Фараоном, так... Фараон такой, знаешь, красный, опасный, дерзкий. Ну, Посейдон еще, да, послабже уже был, чем Ворон. Ну, Ледник, само собой. Ледник, он и в Африке, Ледник. Ледник в Африке, понял, да? Ну, а здесь, я даже не знаю. Пиши свое мнение в комментариях. Что ж, приятного аппетита, приятного просмотра. Давай посмотрим, что у нас на обмен. Какой-то бабский костюм. Ну, в общем, здесь ничего, ничего интересного. Да, есть глайдер. Так, это брелок. Да, ну и эмоции. Эмоции нам не особо-то и нужны. Есть 5 прокрутов. Давай анимацию это нужно посмотреть, да, как она у нас устроена и как работает. Собственно, тоже особо ничего нового. То есть... Есть 5 ячеек, да? Одна выбирается рандомно. Я думаю, потом можно уже будет выбирать. Наверное, и сейчас можно выбирать. Но пока пусть будут все. Да, можно сменить ячейку и одну какую-то выбивать. Давай еще полную анимацию. Посмотрим. Глянем один раз. Просто ради приличия, да? Чтобы было понятно, что из себя представляет эта рулеточка. Слушайте, чувака, что на лице? Это лист? Или это ящерица? Не знаю. Странно это все. Какая-то тема такая выбрана, знаешь. Слабенькая, что ли. Я прошу прощения, если я обижаю чьи-то чувства, да, может быть, кому-то костюм зашел, и он такой думает, блин, вау, это самый суперский костюм, который только есть в игре. Но, понимаешь, судя по прошлому опыту, прокачать костюм, это примерно, ну, там, 120 тысяч UC-шек, да, фуловый. А за 120 тысяч UC ты получаешь вот это. Но я не знаю. Короче, скучно это, братан. Да, давай. Со скипом поехали. Так, 39 у нас есть. Давай потихонечку открывать. Что-то падает. Ну ладно, ок. Блин.
А можно ли скипать еще здесь? Да, можно скипать и здесь. Давай, пока что повыбиваем. Чуть-чуть буквально. О, новый глайдер. Ну, неплохо. Но у нас есть красный глайдер, понимаешь? С ивентов, с островами. Не помню, как игра называлась, которая была коллаба. Тоже от Tencent, кстати. Да. Но пока одни монеты. Я вижу одни монеты. Это не особо как бы меня радует. Остается 32 тысячи UC-шек. Да уж. Костюма, кстати, нет. Так, новый парашютик. Я думаю, будет очень много их в игре. Да, кому-нибудь обязательно нападает за серебро. Так, что у нас здесь? Ну, они хотя бы перерабатываются в эти самые монеты, да, на обмен. Я просто хочу дождаться костюма, понимаешь? И потом можно уже будет просто скипать эту самую рулеточку. Так, ну вот, собственно, он нам и упал. Да? Окей. И ничего на прокачку толком-то и нет. Боже. Окей, ладно. Давай, поехали со скипом. Посмотрим, что нам упадет на 40 тысяч UC. Да, в этой ситуации. Я бы, конечно же, хотел посмотреть. Я думаю, что по большому счету нам уже отсюда выбивать и нечего. Да, раз уж мы костюм забрали, то как бы о чем речь. Какие-то другие мифики отсюда доставать? Да зачем? Ну вот можно, конечно, поменять, да? Ну я не знаю. Ну давай женский попробуем выбить. Окей. Голова дропнулась. А тут, кстати, можно долго, наверное, возиться с костюмами, да? Просто они будут перерабатываться. А, ну я имею в виду, если это будет костюм X. Это нам как бы чуточку поинтереснее. Да, в плане прокачки. Ты посмотри, у нас всего 6 серебряных монет нафармилось. 6. Но это вообще никуда не годится. А денег осталось 9 тысяч. Просто жесть. Окей. Тот самый костюм выпал, кстати. Да. Который хотелось. Так, остается 6000. Бабки летят просто в никуда. Бабки-бабулечки, бедные бабули, да? Соболезную им. Так, еще один костюм X нам дропнулся. Осталось 2 прокрута. Ну и, собственно, что... Что мы имеем? По сути, ни хрена. Ну да, у нас 14 серебряных монет, 206 золотых, но я имею в виду, не знаю, ресурсы для апгрейда, да? Как они называются? Без понятия. Да, мы можем что-то обменять себе. 2200 монеток. Нормально. Нормально, слушай. Ну что, братан, закинул еще немножко денег. Ради контенту, да? Давай посмотрим, что нам упадет. А, нужно нам выбить один серебряный, я не знаю, купон, наверное, да? Падать он нам не хочет, конечно же. А, давай посмотрим, что на обмен. Нет, на обмен еще рано, наверное. Идти? Ну, упади уже, пожалуйста. Да как так-то? Чё за бред? Так и деньги закончатся. О, упал, наконец-то. Ну да, и как раз закончились бабосы. А, так, что ж. Обмениваем, собственно.
все, что у нас есть. Да, а есть у нас не так много. 700. 700 монеточек. Я хотел поступить следующим образом. Прокачать до фула Посейдона. Да. А у нас 15 материалов, но на эмоцию появления, например, нужно 9 и 300 золотых купонов. Здесь уже нужно 15 серебряных звезд, да, и 500 золотых купонов. Если бы не было эмоции появления, да, мы бы могли прокачаться. Но это примерно, ну, еще 40 тысяч усишек. А ради Посейдона я что-то тратить их особо не хочу. А если бы хватило, да, было бы классно. Что ж, давай покачаем костюмчик. Окей. Второй уровень. Третий уровень. Advanced Form. Ну и, собственно, Victory Broadcast. Конечно же, это у нас килчатик. Килчатик. Что ж, остается также два уровня, но, как я и говорил, сорокет тратить вот на этот костюм, на Посейдона еще ладно, еще куда ни шло, я бы мог это понять. Но ради этого костюма мне совсем заниматься такими вещами, конечно же, не хочется. Да? Ничего хорошего здесь, боже, особо не выпало. Ничего интересного здесь нет. Похожий рюкзак уже был. Орнамент нам с феечкой упал. Боже, что? Феечки. Мы в PUBG играем или во что? Окей. Новый парашют. Новый глайдер. Ну и, собственно, на этом все. Да. Давай, наверное, заскочим на полигончик. Посмотрим, как выглядит этот костюмчик. Боже, что это? Какая-то моль. Ну нельзя же так. Блин. Ты понимаешь? Вот это 50 тысяч UC. 50 тысяч UC-шек. За что? Офигеть. Ну, я даже не знаю. У меня нет слов. Что ж, братан, на этом на сегодня все. Обязательно делись своим мнением в комментариях. Понравился тебе костюм? Не понравился? Что ты думаешь по этому поводу? Я понимаю, что это неоправданно дорого. И прокачивать этот костюм я не буду. Ворона я хотел прокачать. Да, ворон прикольный. Если бы добавили фараона, я бы тоже еще подумал. Прям очень сильно задумался бы над этим. Но вот... Я не знаю. Я не знаю, братан. Что ж, на этом на сегодня все. Я с тобой прощаюсь. Не забывай про пальчик вверх и комментарий. Встретимся на просторах PUBG. Всем удачи и пока.